Так, ну теперь мы с вами сделаем что-то напоминающее. Так, это мы уберем. Минометы эти. Можно было еще глубинные бомбы придумать, которые швыряют. Ну, это уже дофига будет никак. Итак, уже порядком. Так, берем цилиндр. Вытаскиваем его. И увеличиваем, естественно. Так. Зато еще вот так. И делаем трубу. Там нужна труба. Объект. Так. Типмод. Можем так сделать, что и на большую глубину задвинуть, да и все. Отлично. Теперь нам нужно ее перевернуть. То есть выберем сейчас R. R у нас будет по Y, да? R по Y на 90 градусов. Нет. Y на 90 градусов. Вот так. И нам надо сделать их 4, как правило, не бывает 4 штуки таких. Поэтому мы сейчас уберем трансформации все. Скажем, array. Скажем, по Y. Здесь скажем 0. И скажем 1, 2, 3, 4. Вот так, 4 штуки. Хорошо. Далее мы возьмем. Вот эти, мне кажется, можно было бы еще. Здесь парочку. Или что-то здесь поставить. Ну, не важно, сейчас посмотрим. Так, это сделали, скажем, что мы довольны. Play. И теперь давайте мы сделаем площадку. То есть возьмем кубик. Кубик. Рубик. Так, поднимаем его наверх. И смотрим, как он здесь выглядит. Так, смотрим, смотрим. Можно еще раз сплющить его. Его сплющить. А саму станину эту подвинуть. Подвинуть ее вот сюда. G, Y, да? И еще плющить S. И мы ее сейчас сделаем следующим образом. Мы ее вот так продвинем. Сначала вот самую эту G. И двинем по иксу еще немножко. Дальше мы ее можем разрезать. Сказать Ctrl-R. Ну, Ctrl-R достаточно одной, Ctrl-B мы ее растянем. Так. И теперь, если цилиндры убрать, а вот тут встать и ее потянуть наверх. Сейчас посмотрим. Да, но вот эти нам тоже надо потянуть. Ну, не так, вот так. Вот так. Отлично. А здесь какую-то подставку делать.
Ну, может быть, на этих и сделать ее. Сейчас, секунду. Я имею в виду, вот это взять. Нет, это мне не нравится. Она поворачиваться должна, а не на ходулях стоять, правильно? Поэтому здесь мы просто-напросто возьмем. А одну мы не можем взять сейчас. Допустим, вот выделить вот эту вот. Сейчас. Вот. И сказать одну. Можем. Скажем Shift D. И скажем сразу же Z вниз. И скажем, что это у нас отдельная штука. P. Selection. Вот так. Ну а теперь мы ее развернем. Так. R по секунду. Нам нужен объект по геометрии. Вот так. И разворачиваем ее теперь. Это будет по Y. R по Y на 90 градусов. Есть. Уменьшаем S, Z, делаем такую тумбочку, как бы, побольше. Так, опускаем S по Z и двигаем туда, куда нам нужно. Нужно нам вот сюда. G, вот сюда вот. Так, а вверх, я вам скажу, вверх мы немножечко сожмем. S. Вот такую тумбочку сделаем. Да. Так она будет смотреться веселее. И правдоподобнее. Давайте двинем ее G. Сюда вот. Двинем. А внизу, наверное, мы еще раз разрежем. Для придания достоверности. Хотя я их никогда в жизни не видел и не знаю, как достоверно выглядит этот. Как достоверно выглядит эта штука, я не знаю. Но мы попытаемся включить воображение. Ctrl-R. Нет. Ctrl-R, не надо вот сюда. Да. И теперь выделить все вот эти. Вот эти. И потянуть их вот так. Вот. Так будет веселее. Теперь здесь. Перейдем к этому. Он не должен так заканчивать. Он должен быть заряженным же, правильно? Вот. То есть вот так я могу это сделать. Потом сказать и. Так. Вытянуть это. По оси. Вот так. И сказать Ctrl-B. Вот так оно будет выглядеть здорово. Единственное, что вот то-то, вот это надо нам. Так, подождите. Вот этот. Станина, да? Правильно. Вот. Вот это. Надо расширить все сюда. Так. Так. И здесь тоже. Готово.
Ну и Ctrl-R. Сюда. Вот это выделим. G, а Z опустим. Вот так. Оно будет так более выглядеть серьезно, так массивно. Ну, смотрим все остальное. И ставим ее на место. То есть я выбираю эту, все вместе. И говорю, что это объект join. Начинаю ставить G. Допустим, вот сюда поставил. Посмотрим, как это выглядит. А, хорошо выглядит. Давайте теперь. Уж чуть поменьше. Я слишком на громоздко как это получилось. Больше, чем в канонерке. Так, давайте я тогда сюда. G по X двинем. Сюда вот. Можно чуть развернуть ее. Чуть ее развернуть, если что. Но тогда нужен объект с Set-Origin, геометрию. RZ. Вот так поставить все правильно. Так, теперь мы ее выделяем. Говорим, что Set-Origin у нее 3D-курсор. Убираем все трансформации и говорим mirror. Все, все поставили, отлично стоят здесь. Да и пушкинцы. Замечательно. Так, теперь здесь. Теперь здесь. Что нам здесь надо сделать? Лодки поставить здесь. Лодки я хочу вот здесь поставить. Лодка выглядит примерно так. Mesh plane наверх. Собираем ее. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. S. По Y. Так. Сначала большой сделаем. Теперь Ctrl-R. Так. Далее здесь Ctrl-R. Так. И теперь берем сверху желательно. Все это смотреть сверху. Так, длину. Так. И так, хорошо. Далее вот этот и этот. Мы берем S по Y. Вот сюда сдвигаем. Говорим, что вот такая будет лодка. Они большие на кораблях, надо много народу вмещать. Так, хорошо. Далее мы возьмем сейчас вверх ее. Е вот эту. Так. А теперь вот эти вот сначала и вот это, да, мы подадим их по X, S, извиняюсь, S по X. Так, не так. Эти тоже надо. S по X. Вот. Вот так. Так. А после этого уже можно все выделять. Вот это. Ну, просто S сказать. Нет, секундочку. Здесь придется еще один поставить контроллерчик.
Вот, а теперь уже можем тогда пользоваться вот этим. Все. Да? Ну, не знаю. Она какая-то совсем получилась такая же. Совсем примитивная, но может быть. Сейчас. Ну вот так, да. Вот он. Какой-то утюг. Хорошо, это мы сделали. Отлично, ложечка получается. Что? Сейчас дырточку сделаем. И? Неправильно, правильно, потому что она вся неверная. Так, уберем все ресеты. Скажем, объект Старижин будет у нас здесь. Вот, выбираем. И теперь должно быть все хорошо красиво, да. И опускаем. И S. Вот так. И еще раз Ctrl-R. И этот Ctrl-R, Ctrl-B, скажем. Нет, так вот поставим и Ctrl-B теперь. Вот так. Я хочу схитрить тут. То есть я сейчас возьму, выберу эту и вот эту, допустим, да? Edge Bridge есть. То же самое здесь. Это и вот это. Эдж, эдж. Ну и тут. Ну и тут, конечно. Великолепно. Все, получилась лодка. Ну их мы сейчас день тут разместим. Или разместим. Так, во-первых, она должна быть поменьше. Так, во-вторых, она должна быть внизу. В-третьих, надо ее поставить сверху. Будет виднее. Вот здесь поставил. Вот за трубой. Штапель такой сделаем. Штапель — это стопка. А чё она у нас? Неровно стоит? Нет, ровно, все нормально. Так, ставим ее на место. Так вот. Хорошо. И теперь, когда мы это сделали, reset. Это место еще у нас как бы свободное. Надо с ним что-то сделать. Подумать и сделать. Так, короче говоря, это у нас будет array. Ну, array по z. Один. А здесь будет 0. Да? И вот она будет немножечко все-таки больше, чем один. Вот так. А 2, 3, 4. Допустим, 4 лодки. Хватит пока что. Хватит. И я скажу теперь, что этот уровень мне понравился. Все замечательно, да? Но мне надо это развернуть. Я хочу сказать RZ180 в ту сторону. Не спрашивайте, почему. Да, но... Секундочку. Отменяем. Говорим объект с этой режим геометрии. Вот теперь будет RZ180.
все есть. У каждого есть свои предпочтения. Правда? Мне кажется, что они вот должны вот сюда быть. Так. Это у нас есть. Короче говоря, осталось последнее что-то вот тут поставить. Сейчас подумаю, подождите. 20 минут тут. Как, знаете что? Ну, давайте мы сейчас поставим с вами тут мачту. Не знаю зачем. Ну, давайте поставим. Там же флаг должен же быть, правильно? Цилиндр. Так. Вытаскиваем. Тащим. СПЗ, это она должна быть такая длинная. Потом ее надо поместить на место. Вот сюда. Так. Так вот. Но она должна состоять как бы из трех, которые должны держать. Как это сделать? Мы сделаем так сейчас. Подождите. Поставим еще одну ерунду здесь. Для красивости. Потерпите. Мышь. Так. Мышь будет у нас куб. Куб у нас будет этот маленький. Ну, маленький. Лжи. И вот сюда ее. Здесь поставим. Угу. Может быть, чуть меньше. Вот так. Теперь здесь уберем объект. Вот, вот этот. Мы сейчас его поднимем. И во все стороны разведем. Так, мы разведем ее. А вот эти вещи сейчас ребра. Нет. Вот это ребро, вот это ребро. Вот это ребро. И вот это ребро. Ctrl-B. Ну так, круговую оборону займем. Так, а здесь теперь вот так сделаем. Мне не нравится слишком много здесь этих. Сейчас мы их удалим. Тоже меру знать, да? Фейсы. Так. Теперь ребра. Вот эти ребра. Тоже не так. Сверху смотрим. Да нет. Сейчас просто забьем ее. Вот это. Вот.
А теперь, когда это есть у нас, можем вот так сделать и вот, и это уже опустить вниз. G. Прекрасно. Далее сюда вот эту мачту. Мачту опустим сюда вниз. Так, правильно мы сделаем. Сейчас посмотрим. Джей. Вот сюда, может быть, я поставить не сюда, а вот сюда. Тем самым место займем, какое нам нужно. По зепту мы поднимем немножко вот так. Джей. Ну, так, теперь возьмем Shift D. Это будет развернем R по Y на 90 градусов, S по Z, ну, по X, извиняюсь, уменьшим, и вот сюда ее G. Сюда вот. Сюда поставим. Может быть, еще одну. Или это пониже. Да? И здесь еще одну. Shift D. Для наглядности, для красивости. А здесь поставим флаг. Флаг мы сделаем так. Это вот выделим, вот эту, скажем, едмот. Так, и скажем Ctrl R, здесь один, и здесь Ctrl R еще один, Ctrl R. Прекрасно. Теперь возьмем одну палочку. Нет, мы сначала возьмем эту палку и развернем ее. Смотрим сверху. И надо, чтобы одна грань была параллельна этому всему G. Не будем брать, возьмем R. Вот так. И теперь можно спокойно выбрать какую-нибудь грань. Кстати, эти можно поменьше сделать. Вот так. Да. А эту грань даже у нас разрезана где-то, да. Поэтому возьмем вот эту грань. Вот этот полигончик. И просто его потянем. Вот так. Все. Крейсер готов к бою. Отлично. На этом закончили. Стоп.